Состоялось очередное заседание Совета депутатов городского поселения Видное. Хоть и вторым номером в повестке, но самым главным вопросом дня стал бюджет 2018 года. Видное – последнее поселение муниципалитета, оставшееся без главного документа на новый финансовый год. Профильная комиссия работала над бюджетом длительное время. Проект документа был рассмотрен еще в ноябре. Тогда же состоялось первое заседание рабочей группы. В течение месяца депутаты не могли прийти к согласию и проголосовать за принятие бюджета. На заседаниях городских депутатов разгорались жаркие эмоциональные дискуссии. Продолжились они и сегодня. Председатель профильной комиссии Павел Цуканов зачитал предложение об увеличении и уменьшении расходов на различные нужды. Это вызвало недовольство депутата Алексея Журавлева. В соответствии с какой нормой депутаты вносят поправки в непринятый бюджет? У нас по закону мы можем либо принять внесенный главой бюджет, либо отклонить его и отправить на доработку. Мы не можем поправлять бюджет, который внесен был. Начальник финансового управления Татьяна Макушкина сопоставила цифры, предложенные комиссией, и не нашла сильных расхождений с представленным проектом. Может быть, при таком минимальном расхождении, меньше чем 2,7%, и такой сырости представленных предложений, не стоит ломать копья, а стоит в штатном режиме вносить изменения в предложенный проект бюджета после того, как он будет принят, и можно будет реально с ним работать. Стоит сказать, что из бюджета Московской области в городскую казну в следующем году будут выделены средства на ремонт дорог, уличное освещение, на продолжение программы ремонта подъездов и на другие важные для города цели. Только все это будет иметь силу при софинансировании из бюджета Видного. Глава поселения Моисей Шимаилов выступил с предложением принять бюджет в том виде, в котором его проект был предложен первоначально, а уже в феврале 2018 года приступить к его корректировке. Проголосовать, утвердить. А вот все, о чем мы сейчас говорили, и вот эти все интересные деловые предложения и все остальное, вносить путем корректировки бюджета, поправки, чтобы не зависеть ни от каких служб, которые должны дать какие-то заключения, и первую поправку сделать в феврале. Стороны наконец-то смогли прийти к согласию, что и отразилось на голосовании. Кто за то, чтобы принять бюджет, который Моисей Исаакович внес в том виде, в котором он был внесен, а все остальное в феврале делать, прошу голосовать. Кто против? Воздержался. Я считаю, что мы проиграли. Следующее заседание городского совета депутатов состоится 28 декабря.